После каждого переворота идеальное приземление. Кирилл Синицын не заезжает на волну, а буквально атакует ее. За всю пятиминутную программу судьи не нашли ни одного нарушения. Вылезай, все. На берегу Кирилла встречает мама. Именно она привела его в спорт в 7-летнем возрасте. Сейчас уже 19-летний действующий чемпион России по воднолыжному многоборью без волны и доски под ногами себя не представляет. Радость от побед, это чувство собственного прогресса какого-то, развития, наверное, это. Ну и драйв, естественно, адреналин, куда без него. Такими головокружительными прыжками по водной глади Рузинского водохранилища Кирилл прошел отборочный тур всероссийских соревнований по воднолыжному многоборью. В Химкинском районе они проходят вот уже 13-й год подряд. По своим параметрам данное озеро абсолютно соответствует всем рекомендациям проведения и установки стадиона для проведения соревнований по воднолыжному спорту. Мы уже организовали очень много турниров. Со всего мира приезжали сюда ведущие спортсмены-воднолыжники из Австралии, из Новой Зеландии, из Чили, из Америки, из Канады, понятно, отовсюду. И всем здесь очень нравилось. Многоборье включает в себя слалом, маневрирование на лыжах между препятствиями, прыжки с трамплина и фигурные прыжки, где спортсмен делает пируэты в воздухе на волне от катера. Воднолыжная база работает все лето и открыта для экстремалов любого уровня подготовки. Требования к человеку, который хочет начать заниматься этим спортом? Наличие купального костюма и желание. Костюм есть, желание бешеное. Попробуем! На одном желании далеко не уедешь, все-таки нужна хоть какая-то базовая координация и понимание, как вообще стоять на лыжах. Соревнования по воднолыжному спорту проходят в рамках проекта «Мы первые», который реализуется при поддержке администрации городского округа. Хотелось бы поблагодарить нашу администрацию за организацию такого замечательного проекта, как «Мы первые», в рамках которого все мы можем узнавать много нового о нашем районе. Кстати, новое о городском округе во время этих состязаний узнали не только химчане, но и спортсмены из Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова и Ярославля, которые приехали на соревнования. В итоге золото забрали спортсмены из Москвы, на втором месте ребята из Саратова, ну а бронза отправилась в Ярославль. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.